Счастливые фото, объятия родных, наставления старших. 52 школьника готовы отправиться в летнее путешествие. Поездку в детский оздоровительный лагерь иначе и не назовешь. Волнение переполняет каждого. Я еду впервые в лагерь и очень сильно волнуюсь, потому что я еще никого пока что не знаю. Папа Арсения военный, путевку предложили бесплатно. И не без волнения для всех решили ей воспользоваться. Екатерина Катодина тоже едет впервые. В современных реалиях детский лагерь – лучшее место отдыха для детей, считают родители. Да. Ребенок хотел поехать куда-нибудь отдохнуть этим летом. Но так как у нас сейчас ограничения определенные, да, решили, что отдохнуть нужно в России. Поэтому решили поехать сюда, в Подмосковье. Проверка документов, осмотр врача, стандартные процедуры перед поездкой пройдены. Можно грузить чемоданы и размещаться в автобусе. В лагерь ребят везет комфортабельный автобус на 57 мест. Он оснащен всем необходимым – кондиционерами, багажным отделением, ремнями безопасности и даже зарядным устройством. Вместе с ребятами едут два сопровождающих и медработник. В детском лагере «Горизонт» этим летом уже отдохнули 146 детей в первую и вторую смену. Все остались довольны. Всего подало 829 родителей заявки на получение бесплатной путевки от администрации Одинцовского городского округа. И нужно сказать, что такая активность подчеркивает доверие, что лагеря хорошие, лагеря безопасные. Этот лагерь входит в реестр лагерей Московской области, а значит, абсолютно легитимный, прошел проверки по всем инстанциям. Осталось пожелать ребятам счастливого пути и хорошего отдыха. Очень надеемся, что ребята оздоровятся, что у них будет интересный досуг. И, безусловно, во время летней смены они приобретут и новые опыты, и новых друзей. Полина Бахова, Фарид Хариддинов, телекомпания «Одинцова».